Вот план нашего корабля. Видите, это первый отсек, это второй, это третий, это четвертый и так далее. И что? Я разговаривал с капитаном. Итак, какие же мы можем принять меры? Я знаю, что мы можем принять меры. Это какие? Мы пытались высосать всю воду, но ничего не получилось. Даже пытались завернуть кран на топок, но у нас не совсем получилось. Что, у вас не совсем получилось? Немножко получилось. Почему же я не заметил эту мину раньше? Мины такие. Итак, вот первый отсек, вот второй, вот третий. Сколько отсеков затоплено. Я тоже. Можно предположить. Затоплено 4 отсека. 4 отсека. Да. А проход в Ланкастере, грузовой судно в Ланкастере, уже пассажирское и транспортное средство судно в Ланкастере могут удержаться при затоплении 3 отсеков. 3 отсеков? И что? И что? Что получается? С этой секунды, что бы мы ни делали, Ланкастер неизбежно утонет. Она не может утонуть. Да, но для такого корабля такая пробоина – это смерть. Хорошо, я отправляюсь на следующее повреждение. И значит, ребята, мы должны эвакуировать людей. Но все-таки мы должны принять какие-то меры, чтобы нас заметило судно. Ладно, я пошел слать сигнал СОС. Понятно. Ты пошел слать сигнал СОС? Да, сигнал СОС. Не, лучше я пойду слать их сигнал СОС. Хорошо, иди. А мне что делать? Знаешь что, этим вообще-то ты видишь? Утихомир панику. Скажи пассажирам, что ничего не случилось. Понятно? Да, сэр. И что теперь? Не знаю. У нас в любом случае нет выбора. Но мы так должны поступить. Потому что мы эксперты по кораблям. А значит, мы должны это сделать. Понятно? Если мы должны это сделать, ладно. Иди к себе на мостик. Хорошо. Грузовичек. Знаешь, капитан нам задал вот это вот задание. Обследовать грузовой отсек. Тут только машины, груз. Что тут? Я не вижу тут никакой воды. Я тоже. Может, он уже вернулся назад? Я не думаю, что ты трус. Я думаю, что ты трус. Я вообще-то не трус. Ладно. Если ты так думаешь, то... Я думаю, что нам вот следовало бы... Что это? Что-то под ногами мокро. Подожди-ка, что это? Что это нам скапать? Это вода. Господи, боже мой. Или в другую сторону, живо. Ай, помогите, я застрял. Друг, сейчас. Ты мне помогаешь? Помоги!
еще возможно принять какие-то меры. Должно же спасти этот корабль хоть какой-то. Хоть что-то нам поможет. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Рассылаю сигналы СОС. Сигналы СОС рассылаешь. Да, вот уже откликнулись несколько кораблей. Ну какие? Дюна откликнулась. Дюна, я знаю этот пароход. Его скорость максимум 12 узлов. А мы в нем в 2 километрах от него. Не поспеть. Тейкальд. Пароход. Но он очень далеко от нас. Тоже не успеет. Здесь какая-нибудь... Катер Колбекст. Нет, бессмысленно. База Клэйд. Нет, это тоже бессмысленно. Эти все сюда не подходят. Мы зря тратим время. Я не знаю, что нам делать. Но, а что мы можем принять? Я не знаю, что мы можем принять. Я думаю, те механики уже вернулись со своих мест. Думаю, что вернулись. Да, я думаю, что так. Я не думаю, что им там здоровилось, потому что там так... Это второй отсек от места затопления. Значит, им не поздоровилось. Похоже, что так, наверное, затопило. Если их затопило, это плохо. Я удаляюсь в котельную. Ты? Да, я кочегар. А, что же мне теперь это делать? Не знаю уж как я, но я не думаю, что... Ладно, пойду пока к моему другу. Привет. Что делаешь? Рассылаешь сигналы? Да, рассылай сигналы СОС. Мол, чудо нам поможет. Я не думаю, что нам что-то приплывет. Что к нам приплывет? Я все сюда нашел. И никакое чудо не отличит. Что? Ни одно из судов не подходит. Почему? Они все медленные. Или далеко. Они не успеют. Какой кошмар. И что нам остается? Нам остается лишь одно. Полагаться на кочегаров. Они должны вырубить всю систему. Должны потушить котельные. Потушить котельные хорошо. Они на то они и кочегары. Чтобы тушить котельные или их разжигать. Хорошо. Котельную. Туши котельную. Вода прибывает. У нас мало времени. Понимаю. Серьезность этого положения. Может, мы сможем заделать дыру? Я не думаю. Мне кажется, вода уже по колено. Она повышается. Быстрее. Выключай. Стойте. Ай, подождите, вы меня хоть подождали. Я же тут в котельной остался. Ай. Помоги!